Дафна Каруана Галиция, мальтийская журналистка, занимавшаяся антикоррупционными расследованиями, погибла в понедельник в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиль. По сообщению полиции, это произошло в окрестностях деревни Бендиджа на севере острова. Каруана Галиция вела популярный блог, в котором разоблачала коррупционные схемы с участием высокопоставленных политиков Мальты. Премьер-министр Джозеф Мускат назвал гибель журналистки варварским нападением на свободу прессы. Каруана Галиция обвиняла его в финансовых махинациях. По ее данным, жена премьера владела компанией в Панаме, которая осуществляла переводы между банковскими счетами на Мальте и в Азербайджане. Мускат и его жена отрицали причастность к незаконным сделкам. Чтобы избавиться от подозрений в коррупции, премьер объявил в прошлом году досрочные выборы и одержал победу. По сообщению мальтийского телевидения, две недели назад Каруана Галиция подала заявление в полицию об угрозах в свой адрес. Около 3000 человек собрались вечером в понедельник в городе Слима, чтобы почтить память журналистки. По словам друзей покойной, ее гибель была не напрасной. Панамское досье или архив в прошлом году опубликовал международный консорциум журналистов-расследователей. В нем содержались данные об участии в теневых офшорных схемах политиков и бизнесменов из многих стран, включая Россию и Украину. Каруана Галиция занималась документами о причастности премьер-министра Муската и его жены к секретным счетам, через которые правящая семья Азербайджана осуществляла денежные переводы. Власти Мальты обратились за международной помощью в проведении расследования гибели журналистки, в том числе запрос направлен в ФБР США.